Ты пахла курицей и мылом. Я пах мазутом и говном. Я знал, что я не вышел рылом, но все ж поил тебя вином. Поил тебя вином, покуда урыльник мой не стал хорош. И ты сказала мне: ты чудо. Ты сейчас куда? Ко мне пойдешь? К тебе домой? Пойду, конечно. А ты живешь одна? С детем. Я скрючил свой урыльник грешный. А ныть не будет? Все путем. Ты улыбнулась. Мальчик взрослый. Уроки, секция, режим. Но если взрослый, нет вопросов. Пойдем, родная, полежим. Сопя ввалились мы в квартиру. И только-только прилегли. Мамай, с какого нах сортиру тебя нах черти принесли? Раздался голос басовитый, и в комнате включился свет. Вошел подросток деловитый, в трусы и маечку одет. Маманя, ты бы его помыла. Мужик, ты слышишь или нет? Санузел там. Бля, ну и рыло. Давай штопай, раз раздет. Ты, мальчик, это... Не ругайся, заметил я, прикрыв болту. Ебаться хочешь, умывайся. Идешь и ду. Я долго терся хвойным мылом, носки и майку постирал, чтоб снова, встретившись с дебилом, услышать, кто в лесу насрал. Я взял его башку руками и тюкнул в выступ косяка. А мама дрыхла на диване и пахла курицей.